Давайте согласимся, то, что в наше время девайсы с сочетанием цена-качество очень редки. Хаюшки всем, с вами OnePoint и видеообзор планшета Prestigio Multipad 9.7 Ultra. Прошу заметить то, что сегодня мы обозреваем версию Ultra, также есть версия Pro, которая отличается более слабеньким процессором, меньше встроенной памяти, также там послабее аккумулятор и нету задней камеры. Несмотря на то, что планшет стоит меньше, чем 10 тысяч рублей, в нем есть много плюсов, которые идут в комплекте. Например, вот такой вот симпатичный чехольчик, который, я думаю, продукции от Apple стоил бы куда дороже и в комплекте не шел бы точно. Он сделан из такой ткани, похожей на кожзам, и немного такой он, как подушечка, поэтому, если вы вдруг уроните планшет в этом чехле, ему не будет никаких ударов. На верхнем торце у нас находится кнопка «Домой» и качелька регулировки громкости. На правом торце у нас находится два динамика, ну, по идее, это один, просто две решеточки. Разъем для наушников, разъем для переходника, дырка для флешки, еще один разъем для переходника, мини-HDMI, дырка для зарядки и кнопка включения-выключения и блокировки планшета. На левом торце и нижнем нету ничего. Заднюю панель мы имеем из такого приятного на ощупь пластика. Здесь, естественно, есть логотип производителя, всякие разные надписи, также иконки под разъем устройства, которые находятся на этом торце, дырочка для сброса планшета и глазок 2-мегапиксельной камеры. Самый главный плюс планшета в экране диагональю 9,7 дюймов и матрицей IPS+. Несмотря на то, что я уже сказал, что экран имеет диагональ 9,7 дюймов, также у него разрешение 1024 на 768, и соотношение сторон 4:3. Внутри находится никому неизвестный процессор под названием Alwiner A10. Имеет 1,2 ГГц на борту и сделан по архитектуре Cortex A8. Но вытягивает то, что видеосистема внутри стоит Mali 400, операционная система на нем Android 4.0.4. Встроенной памяти в нем 16 ГБ, а аккумулятор на 8000 мАч, чего хватает на день полноценной работы. Внутри планшета куча предустановленных программ, есть поддержка также Adobe Flash Player. И, конечно же, огромная радость то, что внутри видеоускоритель Mali 400, это позволяет нам играть в новые 3D-игрушки без каких-либо зависаний FPS. В итоге хочется сказать то, что планшет собран просто на отлично. У него сбоку края такие, они как бы металлические. И в купе с привлекательной ценой это будет отличный подарок или просто отличная покупка, замена более дорогим вариантом. Тем более, если вам не требуется, чтобы планшет выполнял какие-нибудь ресурсоемкие задачи, то я вам советую покупать обязательно планшет Prestigio Multipad 9.7 Ultra. Всем пока, с вами был OnePoint. Если понравился обзор, то вы можете подписаться на канал. Скоро будет еще следующие обзоры. Ссылки на все соцсети, куда вы можете добавить меня, друзьяшки, есть в описании. Ну и, как обычно, музыка в конце видео. Goodbye.